От имени нашего университета, ректора Виктора Ивановича Гришина и меня лично я хотела бы поблагодарить организаторов форума за приглашение принять участие в данном столь важном мероприятии в условиях активизации евразийской интеграции. В настоящее время необходимо говорить о том, что вузы становятся одними из основных драйверов евразийской интеграции. Евразийский экономический союз активно развивается. Одним из важнейших событий стало присоединение Республики Армения и Республики Кыргызстан. Говоря о вузах, необходимо говорить о том, что интеграция между ними началась намного раньше, чем было оповещено о том, что будет создан Евразийский экономический союз. Мы могли наблюдать, как на нашем евразийском пространстве посредством различных форм научно-образовательного сотрудничества мы налаживаем контакты между нашими вузами. Многие российские вузы открывали свои филиалы на постсоветском пространстве, в частности, в странах-участницах Евразийского экономического союза. Сейчас, в условиях наличия многолетнего опыта единого советского пространства, единства традиций и культуры, есть и внешней среды, мы обязаны, как никогда ранее, объединить наши усилия по развитию интернационализации на евразийском пространстве. Разработать и реализовать мероприятия по развитию взаимодействия в научно-образовательном сообществе. В настоящее время российские вузы активно набирают студентов из вузов и из стран Евразийского экономического союза. В частности, наш вуз ежегодно выпускает несколько сотен выпускников из стран участников евразийского пространства. Многие из них становятся нашими полноправными коллегами и, неся знамя нашего университета и своей родной страны, представляют нас, наши страны на международных мероприятиях. Также существенным является сотрудничество именно в научных исследованиях. В этом направлении мы имеем большой опыт, так же, как и многие российские вузы. Мы проводим совместные научные исследования в рамках грантов Российского государственного научного фонда, гуманитарного фонда, фонда фундаментальных исследований. Активно осуществляется публикация наших совместных исследований вместе с нашими коллегами из вузов Евразийского экономического союза. Наши студенты, нарабатывая дружественные связи в течение своего обучения, также проводят совместные исследования между нашими вузами и представляют их результаты на различных мероприятиях. Одним из наших мероприятий, которые мы проводим уже 3 года, в следующем году также мы будем проводить, и приглашаем вас, всех участников, к участию в нашем форуме, форум «Международные финансовые центры». Мы будем рады видеть вас как участников. Уже несколько лет мы реализуем проекты, в рамках которых мы делаем совместные исследования со студентами из белорусских вузов. В заключение хотелось бы выразить надежду, что в скором времени мы сможем совместно с коллегами из Армении осуществлять научно-образовательное сотрудничество в различных формах, проводить совместные научно-практические мероприятия, научные исследования, активно вовлекать наших студентов в эти мероприятия. Очень важным является налаживание и официальное сотрудничество с вузами Армении, в частности, с Российско-Армянским и Славянским университетом. Надеюсь на наше дальнейшее благотворное сотрудничество и благодарю за внимание.